В зале заседаний городской думы сегодня праздник. Награждают школьников, чьи научно-исследовательские работы оказались лучшими в конкурсе патриотических чтений «Герои Отечества» имени маршала Василевского. Свои силы попробовали учащиеся с 5 по 9 класс. Я очень сильно обрадовалась, потому что награждать будут в думе. Это почетно довольно-таки. Работы, представленные на конкурсе, затрагивали вопросы патриотизма. Председатель Самарской думы Алексей Дегтев отметил важность таких исследований. В тылу показать, насколько мы сильны, насколько мы можем быть и можем мы полезны для приближения нашей общей победы. Победителями конкурса стали 50 учеников. Каждый из них занял одно из трех мест в 8 номинациях. Ну, мне родители помогали, мне было за счет них не настолько сложно, как я думал. Каждый номинант получил заслуженный диплом и подарок. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский, «События».